На заседании 25 декабря 2013 года было принято решение о почислении на покой митрополита Филарета, который 35 лет возглавлял Минскую кафедру и был экзархом патриарха, то есть управляющим вместо патриарха на территории всей Беларуси. На вакантную Минскую кафедру был избран митрополит Павел, который в районе 10 лет занимал Рязанскую кафедру. На вакантную Рязанскую кафедру был назначен митрополит Вениамин, который долгое время был управляющим Пензенской епархией. Само перемещение епископа, так же как и перемещение священника, это практика православной церкви, которая насчитывает уже не одно столетие. Так бывает, и просто для Рязани это не очень привычно. В этом страшного ничего нет. В этом проявляется такой термин, как церковная экономия, то есть домоустроительство. В конце концов, Священный Синод для этого и нужен, для того, чтобы управлять всей церковью. А как уважаемые архипастыри рассудили, так и мы, как паства рязанская, принимаем в послушании нашему священноначалию.